Внимание! Что принесет полнолуние? Что принесет полнолуние? Мои карты знают все. Один. Два. Три. Выбирайте. Итак, переворачиваем первую карту. Хо-хо-хо. Кто-то тут у нас начинает тревожиться. Ну, конечно, полнолуние, оно всегда связано с тревогами, с какими-то переживаниями, но переживания-то накрученные. Переставайте сливать свою энергию тревогам о будущем, о прошлом, о настоящем. Переставайте рыдать, перестраивайте свое мышление на позитив. Помните, пожалуйста, на чем вы фокусируетесь, о чем вы думаете, то и растет. Тем, кто выбрал вторую карту. Что принесет полнолуние? Возможно, какая-то конфронтация. Возможно, вы узнаете, что за вами кто-то следит. Либо о происках каких-то недоброжелателей. Появляется тот, кто на вашем горизонте, да? Появляется тот, кто, возможно, захочет у вас что-то забрать. Ваше время, вашу энергию, а может быть и ваши деньги. Поэтому постарайтесь анализировать любую ситуацию и не париться ни по какому поводу. Заботьтесь о себе, любите себя, и у вас никто ничего не заберет. Итак, для тех, кто выбрал третью карту, что принесет полнолуние? Уход от чего-то, либо выход из чего-то. Но хочется заметить, ребят, тот, кто выбрал третью карту, выход у вас состоится от потенциала. То есть, если это отношения, значит, всего скорее вы уйдете от своих возможностей. Если это рабочие моменты, и вы будете в непринятии, то вы уйдете от своего потенциала, от новых возможностей. Герой здесь взял палочку и пошел под луной. Видите, как карты совпадают куда-то, не видя дороги, поэтому задумывайтесь, куда вы идете и нужно ли вам это.